Котлеты здорового человека с ярким, насыщенным вкусом. Берем несколько кабачков, или как еще их любят называть, цукини, очищаем от кожицы и перетираем через терку. И важно отжать получившийся сок. Пачку творога возьмите, которую любите кушать. В моем случае это очень важная корова. И отправляйте к кабачку. Мясо индейки очищает пленок, перекручивает. И также отправляем в общую миску и приступаем к специям. Ложечку соли, лучше, конечно, морской соли. Смесь перцев я беру горошком. Так получим свежий и интенсивный аромат перца, который как ничто другое подойдет к данному набору продуктов. Все тщательно вымешиваем до однородной массы и приступаем к жарению. Сковороду сильно разогревать не стоит, необходимо пропечь котлеты. Поэтому на растительном масле на среднем огне под крышкой пропекаем с двух сторон. Котлетам творог придает небольшую кислинку, и поэтому котлетам хорошо подойдет соус на основе сметаны или йогурта, а также сладкие соусы или соевого соуса. Обязательно сохрани рецепт и приготовьте. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пока-пока!